Снова здравствуйте, дорогие зрители, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм. И мы продолжаем играть в Героев 4 Меча и Магии. А точнее, проходим четвертую миссию в этих самых героях. Ну и что я могу сказать по поводу этого? Да ничего я не могу сказать. Мы, короче, будем сейчас что-то тут строить. Фигнёй какой-нибудь страдать. Во-первых, нужен орден паладинов, чтобы сразу же нашего героя усилить вот этими вот бутылочками. Раз, все. Герой тут у нас будет сам бегать. Ну, тут, блин, дюжины. Дюжины это многовато. При том, что артефакт, который здесь хранится, он, в общем-то, для генерала. То есть он для нашего героя не очень-то и ценен. Лучше давайте сюда нападем. Ну нифига ж себе здесь армии какие. Хотя, я думаю, это вполне себе оправдано. Фениксов или кого построить? Или грифонов? Ну фениксы покруче будут, я думаю. Да-да-да, ура! Да не будем даже ничего делать, фениксы справятся. Я уверен в этом. То есть вообще герою на всех пофигу. Против магов можно накастовать на себя антимагию, а потом уже призывать всякую хрень. Ну против каких магов я имею в виду? Против этих. Чуваков. Так, ну здесь я вообще вот это вот не буду уничтожать, потому что мало ли вдруг кто-то из этого портала вылезет. А нам такое не нужно. Так, значит... Стоп, а я артефакт же, по-моему, не надел на себя. Или надел. Который нам дали за победу в прошлом сценарии. Вот и все. Здесь даже можно было бы и без феникса обойтись. Так вот, где тут артефакт? Да, вот, накидка типа ангела. С ней может герой наш летать, фактически. О, там ангелы. Интересно, ангелов я фениксами замочу или нет? Плюс наш герой сам по себе довольно мощный. Блин, зачем я фениксов вызвал? Это не особо-то имеет смысл на таких маленьких гномиков. 250? Вы издеваетесь? А ну-ка, давайте сюда подбежим и посмотрим. Тут есть алтарь, немного ангелов. Давайте захватим на этом же ходу. Это обязательно. И вот это нам все на самом-то деле пригодится. Ух, нифига себе у меня бронька такая неплохая. Фениксы. Мочите их. Они что, ослепились сами? Нафига они это сделали? Ну пусть их продолжают убивать, а мы сейчас немножко еще фениксов. О, меня даже поранили, круто. Как же это круто, когда тебя ранят. Так. Так, теперь можно полечиться. А, нет, регенерация аж у меня есть, да? Во. Это вообще главное заклинание, которое нужно. Вот это я понимаю. Уже похардкорнее бой был. Но все же для уничтожения меня великого такого, этого всего недостаточно. Так, ну, орден природы, ратушу давайте уже строить. Хотя, в принципе, мне-то вот этот замок не обязательно держать. То есть, если его кто-то захватит, ничего страшного. Ну и с нашим талевелом 21-м, здесь мы, естественно, берем золото. Так, так, берем целительство. И 4 волшебных дракона. Ну, здесь очевидный, я думаю, поступок сейчас я совершу.
антимагию. И все. И драконы против меня никто. Сразу становятся. Так, регенерацию давайте. На себя. А, ну да, у него же антимагия. Конечно, регенерация с антимагией. Размечтался. О, да. Все, убили. Магия жизни 4-го круга. Ну, было бы неплохо. О, ну давайте теперь в порядок пойдем, наверное. А чё мне 2 левела дали? Странно это как-то. Блин, и я сюда не добежал. Чё ж я не добежал? Еще надо здесь. Я понял, что нам здесь надо. Здесь нам надо собор, собственно, прокачивать. Потому что у нас магия жизни уже 9-го круга появилась. Амулет страха. Тут, короче, длань богов, которая нам не особо-то доступна. Ну, то есть, она нам не нужна просто-напросто. Так, сюда теперь бежим. Да, конечно, с антимагией, с этим заклинанием. Убивать врагов только одно удовольствие. Блин, не добегу, ну ладно. Так, собор 3-го уровня. Ну, отступать я, наверное, не буду. Посмотрим, что там дальше будет. Но, в принципе, Махаоса уже против меня ни хрена не сможет сделать. Просто потому, что у меня есть антимагия. Если у меня есть антимагия, то вся его магия хаоса, которая специализируется на уроне, против меня просто-напросто бесполезна. Здесь немножко ресурсов. Так, сюда. Вот эти вот все вещи нам пригодятся. Здесь строим, естественно, собор 4-го уровня. Дальше нам не надо пока что строить. О, и башня магов. Это круто. Давайте посмотрим, что мы тут замутим. Ну, да. Сколько их тут? 26. Я не помню, сколько у них хитпоинтов. 16. 26 умножить на 16. Ну или хотя бы на 10. 260. А у меня 211. То есть всех я их по-любому не убью своей стрелой этой. Попробуем фениксов, значит. Да, вот так убили. А то бы фигней страдал. Так, ну смотрим. Каменная кожа. Святое слово. Удар змеи. Общая точность. Волшебный кулак он тоже знает, так что тут как бы не поспоришь. Благословение, ну ладно, поставим. Делать-то больше нечего нам. Так, сюда. Тут, значит, все. Теперь мы магистрат строим. Героев нам больше не нужно. Нам же задача убить врага и все. Следовательно, зачем нам дополнительные герои-то? С таким героем главным. Не трогайте моего феникса. Плохие.
Немножко развлеклись. Тут уже, смотрите, ратуша есть. Все есть. Ой, как хорошо, что он на себя вот этот вот щит небесный накладывает. Это довольно-таки круто. Так. Недолет. Небольшой недолет. Так, ну здесь как бы сам Бог велел. То есть, если воюем с магами, то сразу же кастуем антимагию, потом уже что-либо другое. Ну, можно, если так ты прикрыт от магии противника, то можно сначала не антимагию кастовать, а, например, регенерацию на своего героя. Таким образом, можно обкастовать себя всякими кастами, а потом уже стать неуязвимым к магии. И это довольно-таки выгодно. Так. Очередной бой. Ну, вообще, это легкая какая-то кампания. Нет, тратить на лучниц мы не будем в свое время. У него же даже стрелкового боя нет. То есть такой герой, который может феникса вызывать, но при этом у него даже нет стрелкового боя. Но опять же, то есть мы практически полностью магией природы пользуемся. Зачем нам вообще другая магия, я не понимаю. Так, естественно, нападем на монахов. А забывчивости у нас случайно нет? Нету. Ну окей, значит, тогда фениксов. Фус рода делаем на монахов. И сейчас получим что-нибудь полезное. Похитить чары, свиток скорость, забывчивость. Вот, забывчивость, неужели? Давно пора изучить его. Уже знает. Каменная кожа, духовная броня тоже знает. Я ведь угадал. Ну, скорость или благословение, конечно же, скорость. А вообще нужно посох где-то купить. Сейчас всех будем истреблять. Так. Так. Отлично. Но здесь нужно еще феникса. Да, я думаю, справятся. Все. Сила дракона. Хотя сила дракона стоит дороже, чем... Ее на малое количество существ невыгодно вызывать, эту силу дракона. Так, сюда идем теперь. Ой, ману похищает, зараза. Ах ты ж сволочь. Мана — это ценная штука. Не трожьте. Все. Он даже так смог всех убить. Так, сюда, значит. Значит, теперь сюда. И вот это бы я себе забрал. Так, магистраты недоступны. А почему тут магистрат недоступен? Так. Ага, не хватает тупо ресурсов. Ну, хорошо тогда. Давайте обменяем серу на... На вот эту штуку и на вот эту штуку. Вот и все. Пусть денежки копятся. Все-таки.
Я скоро буду самолично всех здесь разматывать. Ну, он и так разматывает самолично. Ну, в смысле, он с помощью своих существ. А я имею в виду, что герой скоро вообще сам будет ходить. О, смотрите, он летает. Крут. Чувак крут. Но ему даже не пригодилось этот полет, это не пригодился. Так. О боже, опять тут прокачки всякие делать. Ненавижу это. Только время трачу. Так, давайте фениксов. 200 писантов. Пейсантов, или как их там называют. Пейсанов. Да, в принципе, и так справятся. Ману надо экономить. Все-таки фениксы не каждый день призываются. Ну, они маны стоят. Так. Экономьте ману, сволочь. Вообще, вот на кого рассчитана эта кампания? Если один герой может тут все зачистить. Ну, хотя это хорошо, потому что я могу ее быстро на видео пройти. Но, в принципе, это плохо, потому что никакого челленджа, бегаешь и всех выносишь. О! Ну, здесь, я думаю, мы запросто справимся. Да ну хрен с вами. Убивай их давай. Придется еще феникса вызвать. Видите, уже пол банки маны потратили. Это просто капец. Так мы дойдем до нашего врага, и у нас не будет даже маны, чтобы накастовать на себя антимагию. Так, тут что? Подойти к знаку и прочитать его. Конечно же, подойдем, прочитаем. Университет магии хаоса. Ну, почему бы и нет? Блин, дюжины. Нет, дюжины это многовато. О, мало драконов. Ну, против черных драконов я знаю, что мне надо делать. Я уже смогу против них воевать, я думаю. Так, стоп. Что за миссия 4? А, ну да. Все нормально. Один... Всего лишь один? Ты издеваешься, Ара. Не вижу смысла на себя что-то кастовать. Мы и так его замочим. Вот и все. А потом полечимся уже вне боя. Так, чё мы полечимся? Чем? Магией, конечно же. Перевязать рану. Что-то не до конца полечились, ну плевать. Все равно, блин, мы не собираемся в этом ходу воевать. Полечимся тупо на следующем ходу автоматически. Так, тут, значит, ратушу. Ни на что нет ни денег, ни ресурсов. Как мы только живем вообще. Так, плюс 3 очка магии. Ворожба 2 класса. Кстати, вот насчет этого... Дюжины, дюжины, а вот эти вот ботинки, они ничего особо нам не дают. Так, смотрим, смотрим, пиромансия, отлично. Вот это так чудесно, когда мы можем что-то здесь выучить. То есть в такой академии в первую очередь надо учить, потому что это за 2000 всего лишь золото и все учится. Так, значит, ворожба, значит... Ворожба 4 уровня. Новый уровень. И заклинатель. Чтобы больше маны было. Капец у него маны будет. Этого мага. Что тут у нас есть? У него какого уровня магия? Это хаоса. Хаоса.
Она вообще, по-моему, зачаточная. Второго уровня. Ну, замешательство огненная стрела, по-моему, это второго уровня. И массовый убийца. Посмотрим, в общем-то. Так, кровавое безумие. Ага, третьего уровня, окей. Огненная стрела 100%, теперь мы знаем ее. Замешательство 100% тоже знаем, но это фигня полнейшая, это замешательство. Это третьего уровня, ну и все. Ну, отлично. Нету даже денег на корабль. Не хочу я здесь ничего завоевывать, хотя поплавать бы я мог здесь. Ой. Блин, давайте загрузимся. Текущий ход. Хочу тут поплавать. Так. Я как Поплавский хочу поплавать. Странно все это. Странная карта вообще. Тут и подземелье есть, походу. Ага. Ну, не знаю. На землю переходить или не переходить. Вот это вот что такое тут находится. Так, магистрат строим. Ага, тут замок хаоса. Замок хаоса мне пригодится. Причем вражеский сразу же. Как там оранжевый поживает-то? Запросто мы всех тут победим. Так, ты кто? Ты кто такой? Давай, до свидания. Ой, они тут меня это... магией долбят, замешательством. Ну, как бы все. Больше не подолбите нифига. Правда, против эфритов фениксы слабые. За 2000 золота. Ну, сейчас золото мне не нужно. У меня его, во-первых, много, во-вторых, у нас нету замков порядка, чтобы умножать это золото очень сильно. Так, что-то тут фигня какая-то происходит. 1000 опыта, 3 атаки. Получаем 235 очков маны дополнительных. Угу. Здесь мы ничего строить не будем. Ну, мало ли, что противник опять захватит этот город. Я уверен в этом. Так. Стоп, а мы что-то там выучили, наверное, заклинания какие-то. Тут вор, который, в принципе, так себе. Плевать, берем феникса. Убиваем героя. Убиваем медуз. А, не получается обоих замочить сразу. Да тут мы справимся. Смотрите, как будет. Чух. Чух-чух-чух. Белые барашки. В Гондурас. Надо было вообще первым на этого героя нападать. А иначе, когда захватят этот город, то они освободят этого героя. И, в общем-то, будет не очень хорошо. Но я-то здесь просто гуляю, типа, все такое. И здесь, к тому же, я могу вора нанять. Через 5 дней, да. Именно так. Могу нанять, ну, через 5 дней. Так вот, мы что-то еще новые заклинания выучили, да? Магическая вспышка. Офигенное заклинание для долгих боев. То есть... понижает стоимость использования заклинаний. Причем не только для героя, но еще и для существ. Это просто офигенная штука. Одно из лучших заклинаний. Кстати, врата города тоже хорошая. И забывчивость выучили. А где это мы ее выучили, интересно? А, да, и свитком мы ее выучили. Вспомнил только.
Какой позор. Парадигм даже не помнит, где он что выучил. Так, ну туда. Прокачивать те замки не имеет смысла, только деньги тратим. Так, во-первых, во-вторых, и в-третьих, победить драконов — это самое оно. Вот против двух драконов лучше нам самому силу дракона иметь. Регенерация 122. Убийца. Вот и все. Жаль, что не отрегенились полностью, ну. Ладно. Магия хаоса третьего круга или же колдовство второго круга. Ну, конечно же, магию хаоса третьего круга, потому что... Все-таки... там, во-первых, урон больше у магии хаоса зависит от... круга ее. Чё ты, фриты там плавают? Ах, выше фриты. Подлые такие. Мы выучили новые заклинания, я надеюсь. Где тут они? Массовый убийца, там огненный круг. Еще какая-то хрень. И давайте что-то из этого. Вот кровавое безумие выучили. Массовый убийца мы уже и так выучили. Зря покупали только этот свиток. Так. Нет, сюда мне нету смысла идти и завоевывать шахту для моего противника. Вот скажите, кто такое будет делать? А вот сюда я бы пошел. Кстати, тут случайно противник не завоевал ничего. Смотрите, он там высадился, дебил. Ах ты ж ублюдка. Такая. О, 24 уровня огневик. Но он же 24 уровня. То есть, по сути, нам нету смысла его атаковать, потому что у него наш артефакт любимый. А это, как вы понимаете, нам нафиг не нужно. Нам нужно сначала побродить и прокачать нашего героя. Ведь это не последняя кампания, по секрету скажу, в которой мы им играем. Так. И это, похоже, не был город нашего противника. Так, у нас новые заклинания, да? Неудача, например, огненный шар, волшебное зеркало. Смотрите, какой урон у этой стрелы. Неудача. А ну да, я сказал неудача. В общем-то, все норм. Давайте берем вора. Берем вора. Берем вора. Сам ты вора. Сюда нам тоже особо не нужно. Вот сюда можно еще подбежать. А туда-то зачем мне идти? И, пожалуй, на этом мы закончим серию. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк. Всем пока-пока.